Чё ты выгораешь? Ужинаем ТБшника чек. Сейчас перед роликом. Так, мы должны были встретиться вот тут с Димой и поехать в Бучу к Остапу катать в стриту и в парке. Но, короче, Дима хотел уже ехать, но вот он увидел, что у него пробитое колесо, поэтому он сейчас клеится. Остап там уже ждет в Буче. 2000 years later. Фига. 15-16. Сейчас 15-16. Я приехал сюда. 2 часа ты вон. Почти. Остап ждет у нас уже 2 часа в Буче. И мы приедем еще за 20 минут. Вот, смотри, какое у меня колесо. Оно, короче, во-первых, плохо накачано. Вот тут даже 2 атмосфер нет. Потому что Дима ленивый. Во-вторых, смотри. Вот тут. Можно просунуть палец? Да и кофе. А вот тут нельзя. И шо, и то. Ты просто ленивый, ты не сильный, потому что... Поэтому ты не смог до конца накачать кольцо. Да его нереально было до конца накачать. Реально было. Нет. Было где-то 1,5, мы накачали до 2. Нет. Бэ. Тут на 2. А у меня новый грипп, у меня новые педальки. Очень красивые педальки. Короче, мы едем в Бучу. Мы едем в Бучу в стрит-парк, но я надеюсь, что... Дождя не будет, потому что тучи есть, но по прогнозу сегодня дождя вообще не было. Мы нашли колпачка этого. Что? Что? Мы опять остановились попить водички, то есть я остановился, дядя Диме попить. А, короче, сейчас мы ворзили уже почти в Буче. Минут 10-15 мы на аквариусе. Так, план у нас сейчас такой. Раскататься, потом одеть голеностоп и попробовать с 7 ступ сделать трюк. Бенгер будет, если я ее сделаю. Ну это секрет, пока я не сделаю, ты не узнаешь. Остапа я также сказал, понял? И зрителям тоже секрет. Я думал, что ты его не придумал. Не, придумал трюк, просто... Просто не хочу говорить, что был сюрприз прикольный. Ты просил научить тебе мануал? А, да, научи мне мануал, короче. Хочу ездить везде мануал. Покажи мануал, как ты делаешь. Дай велик. Ты нормально делаешь. Дима, тебе надо так, просто было лучше. Практиковаться и все. Так я практикуюсь. Ну так давай. Так ты сидел всю покатушку. Все, короче, сейчас мы поснимаем лайты. Обучай меня мануал. Старайся дальше и дальше держать, ну, баланс держать и все. Я не знаю. Техники держания баланса. Ну я не знаю, ты все хорошо делаешь, просто да, пробуй. Просто пробуй. Давай так быстро тоже. Ну видишь, словом, арабские выкрутасы. Саня там выкрутывает, ну мастер. Выкрутасы, чел. А че ты? Ира, мы пока Тимофей не видит, я поснимаю свой велик. Пластик? Пластик, карбон! О, да это у вас карбон, да? Да. Смотри. Карбон. Вообще. Весит, наверное, 3 килограмма, да? А ну-ка сейчас. Легче, да? Ну это 63-65 это так. Грамма, да? Тут, короче, 2 покрышки, и за цього він висить як. Вот попробую его поднять. Ну, у меня велик легче. Да, естественно. Без приколов. Надеялся на то, что я его возьму. Да не. Это реально легче. Намного. Видели такое, что МТБ-ха легче было, чем BMX? Ну, просто МТБ из говна, и за цього так получается. BMX. А, BMX, да, ну, Дермикс. Дермикс? Дермикс. Мікс дерьма. Новий локальний мем, короче, який придумав Тімоха. Арабські викрутаси. Арабські викрутаси, ж ну, арабські викрутаси. Арабські викрутаси. No.
Во, снимай его, винит. Молодец, Тимофей. Стремновато. Так. Арабские выкрутасы. Че ты выгораешь? Я это Марк 2 Toyota. Короче, мы скупили свой комаркет, но потом мы поехали в Новус, потому что... Ну, там не было банана. Мокр. Да, потому что в комаркете не было банана, я поїхав в Новус. А я кажу, дивись, у всіх магазинах, яких є в назві «Н», там є все. Ну, почти все. Ну, там точно є банан. Ти видел, як я упав, да? Да. Короче, я понял, дрівчу, мене розворачують. Я понял. На 180 развернуло, только дрифтом. Я упал, короче, назад. А что произошло? Я сзади него еду, он, короче, дрифтит, я тоже хочу. У меня, ну, не работает, потому что у меня нема тормозів, у меня ноги. Вот, я, короче, за ним тоже хочу встать в постановку, чтобы был красивый дрифт. А парный. В итоге він падає, да, парный, да, дрифт. В итоге він падає, а я наезжаю ему на коло. Пацаны! Пацаны, на повороте направо. Очень скользко. Пацаны, парный дрифт, парный дрифт. Давайте, вот тут. Да куда? У меня нормально. Давай, давай, нормально, парный дрифт. Да вот что, я. Я не знаю. Мокро, потому что. Ну, что у меня... Остап, давай в повороте сейчас дрифт. Давай еще в повороте, лютый тупо. Долгий. О! Едем прыгать с мостика, вот. О, после дождика то. В парке сейчас все равно грязно, поэтому покупаемся, пожрем. И как раз в парке подсохнет и будем катать в парке. Мы потеряли Диму. Я вообще его не вижу. Вижу. Он очень далеко. О, ты приехал, наконец-то. Почему так долго? Короче, если что, я опять не заснял, но Остап, так отъезжай, короче. У него колесо соскальзывает. Он, короче, байк туда скидает, сам тут засаился. Бучас под. Подписывайтесь на Бучас под. Бучас под. Тема. Это Бучаспот топ. Реал мэн. Бучаспот. Мокрые попки. За тиктока надо снимать. Дима, повези рюкзак, я трюки буду делать. Пожалуйста. А я с тобой... Что можешь сейчас делать? Ты серьезно? Давайте трюки. Тут, к сожалению, еще мусор. Да, ты здесь. Пока. Пока. Ты подписан на канал? Что? Подписан на канал? Нет, зачем? Ну да. И сейчас такой. О, че, палаха? Не, подписан, я. Я подписан. Я... Ты подписан на канал? Не, реально. По факту. Да, конечно. Еще одна причина не подписываться на Бучаспот. Слишком... Оу! Слишком... Что? Слишком мокро. Буча, давай! Ты бордарей сюда. Давай! Нормально. Я думал, ты сейчас лицом двинешь. Да, пожалуйста.
сейчас. Надо по забору пройди, потому что тут слишком мокро. Маша там, там рядом была. Что? Да ничего. Давай. Едем еще? Это возле Новоса 200 метров. Вот, я понял, там затар. Итак, вот здесь ступы. Они по длине такие же, но они ниже намного. Типа, посмотрите. Тут где-то вот 105 ступ. Вот, но пока что, думаю, сделать тут можно. А потом, если я уже тут сделаю, то я должен в следующий раз приехать и сделать там. Тут, но они низкие, посмотри. Очень низкие, и они по длине, как те. Так что здесь сделаю. И потом в следующий раз приеду и сделаю там. Кстати, я научился, и Дима новый трюк. Ну, Дима раньше научился, он меня научил. Футплэн, да? Если я не ошибаюсь, называется футплэн. Короче, сейчас покажу. Я попросил Диму, он повез мне рюкзак, и теперь он вез рюкзак за еду. Все домой должен довезти. Да ладно, я шучу. Он ничего не получит. Так, что у нас сегодня на ужин? Опа. А, не стоп, заново. Сейчас. Скажи, короче, ужин МТБшника чек. Как в ТикТоке, давай. Ужин МТБшника чек. Так, вот у нас тут водичка. Кто там в рюкзаку повинен будет самокатер? Ужин МТБшник. Який може бути ужин МТБшника без самокатера? Богдан Ус одобряет. Итак, вот тут... Едят самокатеры. Вот тут у нас... Самокатеры, то не троем. У нас вода. Вот тут у нас еще вода. Ну, то есть тут нет воды, а тут и вода. Так, тут защита голеностопа, если захочешь сделать что-то жесткое. Она нам никогда не пригодится. Лав. Так, тихо, покатаемся в ней все время. Ну. Вот у нас бананы есть. Тут есть ряженка. Тут есть, короче, инжир вяленый и манго сушеный. Также у нас тут есть яблочки, то есть яблоко. Дима, расскажи про 6-литровик. 6-литровик? Короче, он сказал вести его рюкзак за еду, а он там, короче, тяжелый, как будто у него там 6-литровик с водой лежит. Он реально капец. А себе все плечи уже обдавил этим рюкзаком. Как у него будет вообще? Место кровопролития, вот. Кровь, вот. Орудие убийства, и вот жертва. А вот сам убийца. Да я не специально, блин. Ага, конечно. Как это случилось? Объясняй давай. Как ты вылился? Я сам даже не бачил. Блин, великий силуэтки, то... Придется обрезать, так, где там ножницы у тебя? Кого? У тебя в рюкзаку я все, кроме 6-литровика и ножниц. Сами нужные вещи отсутствуют. Ну, тронь, кто катается без 6-литровика? Это первый, и второй, нахер ты снял кроссовок? Так достанешь весь 6-литровик, полей из него, то и вымойся. Ну. В следующий раз будешь ехать с 6-литровиком и с великими салфетками, а то взял фигню какую-то, чепуху. Ну ладно, мусори. А оце вот кто вытирать будет? Розлив тут. Так тут собачка поп'є. Ряженку свою, ага, поп'є вона тобі з землі. Да, поп'є. Розміщався. Котик. Котик, да. Бегемот. Карась, 15 кілограм із озера випливе і сюди. Карасі ж ніколи не пили ряженку, ти знав? Упаковка незручна просто. Ну, ага, звісно. Було стакан собі ще купити. Чого ти не купив стакан? Ряженку купив, банани купив, а стакан не купив. Ну, ти б шлем налий. Так треба 6-літровик просто. Ну так, де твій 6-літровик? Ну от, пішли подивимося, де? Де тут 6-літровик? Де? Де?
Вот нема там ніякого 6-літровика. Що за фігня? Зачем ты мусориш? Зачем ты мусориш? Ничего страшного, собачка не падает. Вот, диви, банан накидав тут, вот, ряженьку свою розлив. Шестилитровик может тут выкинуть, капец, ну, блин. Шестилитровик. Не, реально, у него по весу рюкзак, значит, там два шестилитровика, а то и три, а то и все четыре. Чего это я снимал? А ведь он, я хочу погласти. Вот опять на мусоре. Я хочу погласти камеру. Каже, Дима, снимай, снимай. И ржи, я тупо. Как смешно. Капец, макака муки. Бананами тут кидают. Ну, то будут техни проблемы. Почему он перегниет за пару дней? Ну так кидай. Та не в мене, дебіль. Та новый сейчас візьми з'їж, кинь. Давай, давай, давай. Візьми з'їж, кинь. Ладно, это тебе. Візьми з'їж, кинь. Ви п'єте так, да? Да, капитан. А надо пить вот так. Я вам отвечаю, это лучше. А что лучше? Пить 6-литровика. Ага, лучше. Теперь ты еще заляпал в пол. Не верьте ему, пейте всегда 6-литровики. О, как же хорошо. Это же все прекрасно. Если бы было подпишись. Зо. Антилопа. Свиня. Певтя, кит, собака, слон, лес, жираф, зебра, носоріг, кінь, кролик. Дима, хочеш ще яблуко? Давай, сюди! Давай! Теперь понимаю, водители машинчевые на ямке жарятся. Жалуются. Смотри, посланка. Дальше. Идем. Постановка. Блин, зацепило. Ой-ой-ой. Зацепило. А все, харе. Ой-ой, налюк на них. Дождик и тосом, тупо. Ты короче гонки, понял? Я возьму Никитоса, а ты возьмешь, например, Саню. А, нормально. Або, или Матвея. И постановки вот так и делают. И потом охранник привезет всем люлей. Короче, вот такая вот идея. Если понравилось и смешно, считайте, ставим лайки. 15 секунд, 11, 10, 9. Фу, быстрее. О, все, блин.